Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Как и просили, очередной обзорчик. Ну, уже у вас, наверное, не утро, это у меня утро, я утром вам записываю. На героя с истинной верой, с новым талантом, который, по сути, вносит жесткий дисбаланс в игру, потому что кто вчера смотрел атаку фортов, с одной стороны Фрейя, с другой стороны Ронин, я уже не говорю про Барда, который тоже неубиваемый, могут держать просто топовые пачки с истинной верой, и вы никак их не сольете. То есть, по сути, три героя прокачал, выпустил, и на атаке фортов противники с максимальными прокачками ничего против тебя сделать не смогут. В общем, у нас сегодня будет такой вот тест. Flame Guard, то есть огненная защита, плюс 10-я вера. Уберу сейчас поначалу Супер Пэта. Вот такие вот у нас статки. У него встроенное уклонение. По снаряге он у меня собран с недомоганием. В принципе, для него, для PvP локации, это самый такой хороший вариант. Плюс на волны, чтобы герои противника не хилились. Можно сюда поставить и Сэску, чтобы урона дамага меньше получал. Тогда, наверное, он вообще будет неубиваемый. Но Сэска в последнее время и обряд лечения нифига не падает. Ну, вот обряд лечения есть как вариант. Он маленький. И Сэска сразу же. Ну, давайте попробуем. Надо было сначала обряд лечения поставить. Попробуем такой вот вариант. У него будет, конечно же, пятерка. 40% плюс отхил, то есть это, ну, это не максимум, чарка это такое, не у всех есть даже шестые, ну, плюс-минус этого должно нам хватить. То есть на 40% входящий дамаг у нас будет меньше, плюс дополнительно отхил, ну, хотя с отхила у нас он все равно отхиливается, если хилится на фул сразу же за счет своего скилла. Поэтому, возможно, даже лучше было бы обряд лечения, так как увеличение максимальной жизни героя, в принципе, у героя и так есть ограничения, а максимум где-то спасет, когда он выйдет из формы. То есть обряд лечения в некоторых вариациях, ну, даже получше будет, потому что отхил, если, конечно, у вас будет тут супер питомец, либо ворожай, он будет в тиме, где его будут хилить, да, это однозначно будет лучше. Но если он, допустим, соло, вы где-то его используете на каких-то PvP локациях, ну, на фармах, там, не знаю, то все-таки обряд лечения Хелсин Ритуал будет получше. В общем, поехали, потестируем в рейде. Как видите, у меня он за, ну, как и у многих, наверное, у кого есть огник, на уклонение собран. Смотрителя у нас нет. Без супер питомца 15 тысяч уклонения. Посмотрим, что с этого получится. Смогут ли его убить? Вот тут у нас только Феникс и Зефир. Вот видите, недомогание. Это единственное пока в игре, что еще спасает более-менее на некоторых локациях там, потому что в большинстве случаев герои просто неубиваемые. Четыре пятьсот входящий урон благодаря огненке. Ну, слился. Так, окей. То есть у нас пятерка, как бы было шестерка. Пробуем, ставим сюда еще супер пэта. Ну, сказать, что истинная вера прям очень-очень хорошо поможет, я бы не сказал. Вот молчанка пролетела. Ну, супер пэтом, думаю, его посложнее будет убить, так как здесь уже уклона на порядок выше будет. Так, тут у нас есть Фрэнк. Тут у нас есть ворожей, есть Фоба, землеройка и стрелок.
Ну, нету у нас самого интересного героя, это Зефира, который нормально бы его пробивал. Ну, в таком варианте, как видите, миссы, недомогания, он становится действительно неубиваемым, потому что здесь и уклонение дофига, и отхил есть за счет той же самой истинной веры. То есть, если брать, вы хотите вот истинную веру ставить, то тогда вариант вот такой вот сборки лучше будет все-таки с Эской, так как отхил увеличивается на 100%, то есть в 2 раза больше. То есть дамаг, который он получает, ну это опять же при условии... Ой, блин, классный противник был, я не того. Это опять же при условии, что на нем... На нем не будет недомогания. Оба. Рея. Давайте, кстати, тут попробуем. То есть супер питомцем, как вариант, но вот вам недомогание, пожалуйста. Он хоть и не получает, но он и не хилится. То есть единственный вариант, вот где надо, здесь надо, чтобы кто-то снимал. То есть нужен ворожай, по сути. Либо как вариант поставить там хранитель. Ну, хранитель леса нет. Надо здесь питомца однозначно менять. Ну, в большинстве случаев недомогание, ну, держится за счет уклонения. Плюс еще не получает пару секунд. Дамаг. Ну вот именно ССка, вот ССка плюс истинная вера, это самый лучший вариант для отхила, если он-то будет у вас соло, либо в тиме. Обряд лечения тоже классно. Но это больше такой, ну не знаю, он дефа не дает, он больше подходит для героев, у кого дофигища жизни, и кто дальник, ну в принципе как и ему, кто дальник и бьет. То есть на него не работают там станы и прочее. Вариант либо то, но если же вы хотите с истинной верой, все-таки ССка, наверное, будет получше за счет отхила. Но вот Мэри ничего сделать не может. Сейчас попробуем найти еще получше противника. Вот, отлично. Фрэнк есть, землеройка. Пробуем сюда через Зефира, так чтобы был заряжен. Вот, прошла молчанка. Вот смотрите, что с ним делает. Под молчанкой огненка не работает. То есть, по сути, получает по 195к. Все, и героя нет. То есть, если брать героев, у которых есть иммунитеты к молчанию, иммунитет к молчанке, да, то есть вы его не заблочите. Там истинная вера, там и огненка, они работают очень круто. А там, где нету иммунитета, рассчитывайте то, что на PvP локациях ваши герои будут сливать. Оно так и в принципе есть, если вы смотрели, как я бегаю в запределье, у меня мой огник сливается очень часто. И все это из-за того, что проходит молчанка и, соответственно, нифига не работает. Даже в такой вот сборки, по сути, 21 тысяча уклонений, он все равно сливается. То есть проходит молчанка от землеройки, однозначно она проходит, потому что он попадает 100%. Если ее снять некому, герой будет сливаться. То есть это огненько до одного места. Здесь тогда лучше уже ставить в таком варианте, делать сборку, вместо этого ставить священный огонь. Вот такая вот сборка, деф. Не знаю, попадем, не попадем еще на одного такого же. Даже лис есть.
хочется просто, чтобы было побольше воодушек. Такая сборка будет, мне кажется, более универсальной. Все-таки защита будет от Зефира и от других героев Демайера. Так, Фрэнк, Стрелок. Но здесь нет у нас Молчанки. А, есть все-таки. Кто там нам накидывает? Тут чисто миссы, вот посмотрите, здесь просто миссы, нету точности. Но предыдущий нас просто слил. Не знаю, вот, мне не нравится, вот, вроде, если посмотреть, очень крутой талант, да, он должен заходить ему. Но я почему-то не сторонник, потому что есть недомогание. Смотря, конечно, с кем вы используете. Если герой будет у вас в тиме, то есть будут там все герои, которые снимают молчанки и прочее, тогда да. Но в большинстве случаев Огник, скажем так, его лучше собрать на максимальный дарт против всех. Тогда у него будет хоть какой-то шанс выжить, потому что он может еще и сливаться. Учитывайте то, что он может сливаться на отражалках. А новый талант, как-никак, он дает еще чистый урон. Вот отлично, давайте. Вроде того же встретили. Вот прошла молчанка. Тут хотя бы шанс хоть какой-то, он хоть немножко дольше, посмотрите, живет. Но под молчанкой что то сливается. Просто огненка плюс СО. У нас вариант больше дефа от всех. Знаю, третий раз мы, наверное, на него уже не попадем. Все зависит, конечно же, от топа. Попробуем такой вариант. Вот опять же молчанка, сейчас Зефир включится. Посмотрите. Все. Просто прошел один дамаг. И на этом все, скажем, закончилось. Это была сборка. Причем у него уклонений-то дофига. У него уклонения, если сравнивать, дофигище просто. Но, как видите, он не ударил. Вроде добавили жизни. Все равно это нас никак не спасло. То есть все-таки универсальный будет СС-ку ставить, а не обряд лечения. Обряд лечения — это когда герой бьет, да, он добавит немножко жизни, но нету дефа и усиления от хила. Все-таки усиление от хила в таком варианте лучше. Лучше ставить сюда священный суд, пробовать. Вот здесь, видите, у этого нету точности много. Тут еще более-менее он держится. Герои хоть и максимальные 14, но нету точности. И вроде все гуд. Здесь он имба. Но там, где есть точность и по нему попадать будут, это как на Ронине, мне кажется. То есть надо здесь, чтобы у героя был иммунитет, в первую очередь, к молчанию. И не блочился талант его. Отлично тоже. Тут он живет за счет чистого уклонения. И нету молчанки. Вот, пошла молчанка. Вата здесь молчание. Давайте уберем суперпитомца.
the lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Это мало земли роет на базах. Вот смотрите, сразу же прилетело полностью все. Я убрал супер питомца, чтобы были более реальные показатели. Забирается энергия. Молчанка, так как и была, так и есть. Ну пойдем миссу эту. Ну вот. Пошел слив на отражалках. Он сам себя убивает. То есть, как видите, если вы можете снять молчание, плюс-минус эта эмблема будет еще ему помогать. Если у вас недомогание, молчание там и прочее, и вы эти эффекты снять не можете, вот так вот он тащить не будет. То есть на битву гильдии его в такой вариации использовать, он все равно будет у вас сливно. Потому что я больше чем уверен, что у большинства нету нормального ворожая с уклонениями топового, который будет держаться. И то он всегда здесь тоже держаться ворожая не будет. Если этот не держится, у ворожая уклонения меньше. Все, он слился. То есть вариация такой сборки, конечно же, не знаю, меня не впечатляет. Потому что под... Возможно, здесь поставить другой вариант. Сейчас я гляну, а у меня нету. Попробовать вот такой вот вариант. По уклонению. Поставить сюда еще супер питомца. Я думаю, тут даже такой вариант. То есть у нас отхил... 3 отхила получается за счет таланта, за счет эмблемы и за счет чарки. Но опять же, это надо учитывать то, что у героя должно быть дофигища уклонения. Ну, такой вот вариант. Но здесь нету, как видите, молчания. Все равно проседает, но дальше от хила они его не убьют. Ну, потому что нету молчанки. И недомогания. Сейчас попробуем найти посерьезнее, вот с молчанкой, со всеми делами. Он у нас без супер питомца. Раз, два, три, все. Но когда у вас будет ворожай на поле боя, который будет снимать либо оккультист. Ой, блин, а что это я тестировал? Называется «Пошел тестировать». Теперь затестим сейчас. Сделал бы вам тест тем же самым этим героем. Так, ищем. Вот отлично, землеройк, стрелок, землеройка. Есть землеройка, отлично. Максимальный, ребят, уклон. Смотрим. Не вижу пока недомогания, но миссует прилично. Все. Что это было? Это было одно попадание. Одна тысяча уклонения. Что вы на это скажете? Ну, поэтому Огник, как бы, он
не настолько, скажем, универсальный по сравнению с зефиром. Если же их сравнивать, зефир все-таки имеет стабильное ограничение. У огника, к сожалению, этого нет. Плюс молчанка, плюс можно его заморозить. То есть в этом однозначно минус. Ну, вот есть точность, есть землеройка, которая попадает, еще недомогание и все. Поэтому все-таки истинная вера больше работает на тех героях, у кого есть иммунитет к молчанке. Она лучше там, ну не то, что она работает и так, но если брать то, что вам надо поставить, сделать универсального героя, чтобы у него был работала ОЗ-шка, она на сегодня самая актуальная. То получается, с таких героев, ну, волокник сюда, ну, никак не катит. Если вы поставите ему таланта, единственный вариант это поставить СО, но туда зефиры будут пробивать по полной. То есть, скорее, такой вариант. Ну, то есть, это уже, знаете, это так, это на выбор. Ну, у меня, допустим, все зависит от вашего топа. У меня в топе больше зефиров, поэтому мне, допустим, приходится ставить максимум именно огненок. Я думаю, и многим также. Ну вот здесь молчанка работает, точнее недомогание, молчанка сработала была от кого-то. В таком варианте он будет у вас стоять. Но это 1-1, там плюс стрелок забирает, плюс фрэнк бьет. Максимальный уклон. У вас есть 3 отхила. Да-да-да. Но если же брать топовую пачку где-то, то его все равно будут. Ну, вы, в принципе, я вам уже разные варианты показал, вы уже себе определяетесь. Ну, я, например, сколько я не бегаю, он в любой вариации сливается. Потому что, как правило, проходит у него скиллы, ну, его этот, прокачанный, проходит его форма, он выходит из формы, он уязвим. И под молчанкой его очень красиво сливают. Но, опять же, раз на раз не приходится. Вот, пожалуйста, на пол хп сразу зарядили. Просто совпало так. Так зачастую очень часто совпадает, и огники просто, я думаю, всех улетают. Поэтому вариант огненка плюс СО это защита от зефира и защита от всех. Плюс ССка, мне кажется, самый лучший вариант на сегодня. Но опять же, на вкус и цвет, кому что. Все, пишите комменты, что вы думаете по поводу сборок. Я вам показал максималку уже этого героя. Но, к сожалению, он уже не равняется с этими имбо-героями, которые есть. Например, там с Бардом, с Фреем, с Ронином. Они все-таки покруче. Все, конечно, зависит еще от противника. Все, всем удачи, всем пока.